Всем привет! Это полный апгрейд, а значит пришло время для удивительных открытий в мире новых технологий. Сегодня в выпуске. Квадрокоптер заснял извержение вулкана. Британцы создали робота, который быстрее всех собирает кубик Рубика. Энтузиасты показали один день из жизни Супермена. Робот собрал кубик Рубика всего за 3 минуты 25 секунд. Это почти вдвое быстрее, чем это сделал голландец Мэтс Волк. Он справился за 5 минут 55 секунд. Главная особенность робота – то, что он практически целиком создан из конструктора Лего. Единственное исключение – функцию мозга выполняет Samsung Galaxy S4. Американцы создали робота-рыбу. Один из ее создателей, Дэниел Рус, отметил, что рыба относится к перспективному классу мягких роботов, которые имеют немало преимуществ перед своими металлическими собратьями. Гибкость вместе с новейшими технологиями позволяет им двигаться в любой плоскости и быстрее реагировать на команды, а мягкое тело поможет справиться с серьезными повреждениями. Летающие роботы, или как их еще называют квадрокоптеры, засняли извержение вулкана Ясур, который находится на острове Танна. Его высота составляет 361 метр, а диаметр кратера около 400 метров. Вулкан отличается высокой активностью, чем и привлекает ученых и туристов. Энтузиасты засняли самый реалистичный полет Супермена. Для этого использовали летающий дрон и видеокамеру GoPro. Видео просмотрели 1,5 миллиона человек. Таким образом, он стал одним из самых просматриваемых вирусных роликов недели. Предлагаю взглянуть на него и прощаюсь до следующей недели. Пока! Camera. Oh. Oh man, my yard. Oh, dang it. Superman.